Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o takim święcie, które nazywa się Boże Narodzenie, ili Rождество по-русски. To święto jest bardzo ważne dla Polaków. Z czego się zaczyna? To święto poprzedza 4-tygodniowy okres, który nazywa się Advent. Это период, который состоит из 4 недель перед Рождеством. Адвент to jest okres skupienia, modlitwy oraz przygotowywania się do Bożego Narodzenia. Również w tym okresie sprzątamy mieszkanie, także stawimy choinkę. Tak, a choinkę oczywiście powinniśmy ozdabiać, ukraszać. My ukraszamy jolecznymi gruszkami, Polaki też. Swoje gruszki oni nazywają bombki. И, конечно, под елкой, что нас ждет, как всегда, подарки, презенты по-польски. Колейное поенчие, связанное с Божьим народзением, то вигилия. Или другими словами, сочельник, это день перед Рождеством. Вигилия есть связана наиглубней с вечером вигилийным или с ужином праздничным, вигилийным ужином. Обязательно на таком столе, на таком ужине, повинно быть 12 потрав или 12 блюд. До столу поляцы сядают только, когда появится на небе первая звездка. Первая звезда на небе говорит о том, что уже можно садиться к столу. Перед ужином начинается традиционная семейная молитва. Молитва. А потом, очень важна и чекава традиция для поляков, и очень интересная традиция, которая называется «Дзеленище оплатки». Что такое оплаток? Это тоненькая вафелька, специально выпекаемая для праздника Боже Народзенье. И поляки ломаются этой вафелькой и говорят друг другу какие-то пожелания, складаем себе жечения. Далее wszyscy siadają do stołu, jedzą, kuszają i w 12 часов ночи idą na праздничną służbę, która nazywa się pasterka. Służba, która przechodzi w kościele. I to wszystko, wigilia, jest 24 grudnia, 24 декабря. А когда же Рождество? Рождество наступает, конечно же, на следующий день, 25 грудня. Поляцы również складают себе жечения в тем дню, звонят до найближших, до знакомых, еще в тем дню спевают коленды, очевидно. Очень важным również поенчем, связанным с Божьим Народзением, есть шопка. Шопка представляет нам сцены народзения Иисуса Христуса. Польское Божье народзение – это 2 дня. Не только 25 грудня, але и 26. И этот день называется День Святого Шчепана. Как вы уже зрозуміли, как вы поняли, наверное, эти 2 дня, те 2 дня, сон вольны от працы. Эти дни выходные, никто не ходит на работу. Все магазины, конечно же, закрыты. Все празднуют, наслаждаются праздником и веселятся. Если вы хотите узнать больше о праздниках польских, приходите на курсы Евростади. Дякую за увагу!